Delta Media Việt Nam chúc mừng cộng đồng phim Liên Xô và Nga đón năm mới 2022 vui vẻ, cùng theo luật thời chiến. Видели, товарищ сержант? За мной. Где? Наверх, за углом. Э, кто там? Выходи. Выходи, или буду применять оружие. Свои, сержант. Прошу документы и пропуск. Ты что, сержант? Я офицер. Руки. Руки подними. Руки подними! Я готов с полной ответственностью утверждать, герр-майор, что видел рядом с тем местом, где позднее нашли несчастную Хельгу, русского офицера. Я прошу простить, может быть, об этом не нужно говорить? Нужно. Продолжайте. Звание? Приметы? Приметы. Было довольно темно, герр-майор. Но офицерские погоны я видел совершенно отчетливо. Сожалею, герр-майор. Вот только... мне показалось, что... он был довольно молодым человеком. Он или волновался, или торопился. Все время переминался с ноги на ногу и смотрел на часы. Вот так. Переведи, пожалуйста, хотя бы в двух словах. Предположительно, наш офицер, молодой, нервничал, постоянно на часы смотрел. Исчерпывающие приметы. Да. Кстати, 9 вечером в городе особо наших солдат и офицеров не было. После расстрела на площади командиры частей предпочли своим увольнительным не давать. Ну, им же теперь везде мерещатся советские офицеры. Да, да. Под эти приметы все подходят. Дузинков хотя бы. Ладно, попробуем узнать, кто расквартирован в городе. Может, удастся кого-то найти. Данке. Спасибо, герр Штайнбрехер. Лукан, как я могу вас найти? Если вы понадобитесь. О, это очень просто, герр-майор. Я работаю садовником в городском парке. Проезжайте. Богу деньги, пшейхались мы. Езжай уже. Кому война, кому мать родна. Словно не воевали вас. Данке. Спасибо. Вы очень помогли нам. Не стоит благодарности, господин майор. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю. Задержали вот. Документы малопонятные. И от патруля вроде как прятался. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю. Разрешите доложить? Возвращайтесь. Товарищ майор, я командир Красной Армии. Они меня будто фашисты через весь город под прицелом ведут. Господин майор, это он? Да. Кто? Это тот самый офицер, про которого я вам только что рассказывал. Да. Ну, удостоверение ваше мы видим. Форму на вас видим. А что вообще вы делаете в этом городе, непонятно, товарищ лейтенант. Просто у нас как бы это режим такой, выходить нам нельзя.
Да вы у коменданта спросите, у майора. Здорово, кто такой майор? Да мы спросим. Обязательно спросим. И сейчас я у вас спрашиваю. Я связист из штаба армии, лейтенант Овсянкин. Здесь нахожусь с капитаном Разуваевым и с отделением солдат. Охраняют они нас. Связь ведь дело серьезное. Что-то я не пойму, лейтенант. Штаб армии вроде в Кёнигсберге находится. А вы почему-то здесь? Обеспечим резервную связь на случай, и на всякий случай. Вот. А нам без охраны даже в город выйти нельзя. Да, собственно, и с охраной тоже нельзя. Ну, просто понимаете, мне очень надо было. Ну, честное слово. Да что-то детский сад вы тут устраиваете. Честное слово, правда, очень нужно было. Что вы делали в городе и почему прятались от патруля? Так в том-то и дело. Поэтому и прятался, что выходить нельзя. Ну, как вам объяснить? Понимаете, иногда у меня получается выбраться из дома, ну, как бы сказать, незаметно, что ли. Ну, сами понимаете, ну, сидим в четырех стенах, в окна глядим. Ближе к делу. В прошлый раз, когда у меня получилось вылезти незаметно, познакомился с девушкой. С красивой. Ну, случайно, ну, честно... Ну, понимаете, ну, я не хотел, ну, просто так... Вы так говорите, как будто вы на гражданке. Совершенно случайно в Москве на улице Горького познакомились с красивой девушкой. Вы понимаете, что вы находитесь на оккупированной территории? Пару раз у него получилось выбраться. Так, ладно. Дальше. Ну, так вот, договорились встретиться, а тут победа. Даже охрана немного расслабилась. Ну, и ненадолго, правда, там стрельба на площади началась. Ну и к вечеру у меня получилось выбраться. Прихожу на место, а ее нет. Ну, я постоял, подождал и ушел. А сегодня опять получилось выбраться незаметно. Думал, пойду, поищу ее, но в итоге не нашел. Пошел обратно, а тут патруль. Отпустите меня, товарищи воен-юрист, а? Ну, меня и так капитан Разуваев будет ругать. Вам нужно бояться не капитана Разуваева, а трибунала. Если вообще вашу личность подтвердят. А труп девушки вам не удалось спрятать почему? Времени не хватило? Или тоже гнева капитана Разуваева испугались? Какой труп? Хельги Браун. Ваши знакомые. Подождите, товарищи, как труп? Какой труп? Почему труп? Какую информацию вам должна была передать Хельга Браун от Фонберга? Не знаю я никакого Фонберга. Да. Значит, девушку так своим обаянием сразились, что она сразу на ночное свидание с вами согласилась. Боюсь, недостаточное будет объяснение для трибунала. Заводи. Здравия желаю. Да, виделись уже. Вот, товарищ комендант, патруль задержал. Разместите под арест. Есть разместить. Только у меня и комнаты свободных нет. Разве что только в бывший кабинет товарища майора. Товарищи офицеры, я связист, а связь — это главное в армии. Потеря связи — потеря управления войсками. Да-да, именно так вы и думали, утекая с места несения службы. Если вы вообще тот, кого себя выдаете. Да тот я тот. Можете спросить. Вот комендант. Правда, это не тот. Тот майором был. Но он ведь должен знать, где связисты сидят. И вызовите капитана Разуваева в конце-то концов. Ничего я не знаю о вас, лейтенант. И знал бы. Не стал ничего говорить об этой неустановленной личности. Кто неустановленная личность? Я? А в руках у тебя что? Мое удостоверение. Погоди, Старлей. Приедет особый отдел, ты мне его сам принесешь. И просить будешь, чтобы я его взял. Ну вот, видите, товарищ комендант, вам уже угрожают. Значит так, товарищ лейтенант. Я вас задерживаю до выяснения личности. И сажаю под арест. А будете еще хамить, я письменный запрос в штаб армии отправлю с солдатом, когда у меня хоть один боец освободится. И машин у меня лишних
Нет. Поэтому он пешком пойдет. Вам все ясно? Дежурный! Уведите задержанного. Куда? Уведите задержанного в бывший кабинет товарища майора Буйносова. Забереть под ключ и осуществлять охрану до дальнейшего распоряжения. Выполнять. Есть. Кутузов. Почему Кутузов, Светлана Петровна? Ну, он тоже был комендантом в городе Вильно. Вообще-то он был губернатором. Неважно. Главное, что Наполеона победил. Кстати, старший лейтенант, что это за связисты? Они правда в городе находятся? Товарищ Дуньков, я вас спрашиваю. Не слышите? Да слышу я, товарищ майор. Только сказать не знаю как. Говорите как есть. Это секретность ведь. Я права не имею разглашать. Ой, товарищ старший лейтенант, мы же ведь с вами плечом к плечу сейчас вооруженного преступника вместе брали. Не чужие друг другу люди, мы же боевые товарищи. Ну да. А какие у вас могут быть секреты от боевых товарищей из военной прокуратуры? Ладно. Здесь находится армейская резервная точка связи. Целое отделение охраняет двоих офицеров. Они занимают дом через два от вашего по прилегающей улице. Выходить им категорически запрещено. Секретность. Паёк у них свой. Раз в сутки только боец прибегает за хлебом. Что ж получается? Это они сейчас там сидят и голову ломают. То ли тревогу бить, то ли пошивцы этого дожидаться. Да. Значит, сделаем так. Старлей, узнайте, числится у них этот лейтенант или нет. Если да, сообщите им, что он у нас находится под арестом. Военных секретов пока не выдал. Ну, по крайней мере, нам. Ну и предупредите. Думаю, что особый отдел завтра всю душу из них вытрясет за его пропажу. Я понял, товарищ майор. Я сам сейчас, лично. Разрешите идти? Идите. Спасибо. Совсем промок. Вот ведь, братишка, жизнь-то, видишь, какая штука. Я живой. Моих всех поубивала. И тебе, я вижу, идти некуда.
Это разве по-людски? Ничего не попишешь. Такая жизнь. Пойдем. Я хлебушком тебя угощу. Пойдем. Пойдем. Чего ты, Светик? Мы, Ваня. Война закончилась, вернемся мы сейчас на родину. Что ты мне скажешь? Сидишь она дома. А дома Вани у нас никогда не было и не будет. Так и буду я в казенной квартире через чужие занавески тебя в окно выглядывать. Был бы у меня ребеночек, я бы на него переключилась. Я же не могу, ты знаешь. И тебе жизни не дам. Зачем я тебе такая? Судьба у нас такая, Светка. Мы с тобой до конца вместе. Я же люблю тебя. Не для меня придет весна. Не для меня дом разольется, и сердце дичи забьется. С восторгом чувств не для меня, не для меня цветут сады. В долине роща расцветает, и соловей не встречает. Он будет петь не для меня, а для меня. Кусок свинца он в тело белое вобьется. Ну хорошо, мне не сложно. Стоять! Живым брать! Такая жизнь, брат, ждет меня. Иван Григорьевич, только не стреляйте через дверь. Вам потом будет стыдно. Ну, или хотя бы неудобно. Майор Дремов. Виталий Сергеевич, армейский СМЕРШ. Я, наверное, не совсем вовремя, но при сложившихся обстоятельствах было бы лучше, если бы вы оделись. Что случилось? Иван Григорьевич, лейтенант Овсянкин бежал. Часовой убит, комендант ранен. Я подожду вас на улице. Что, 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 что? В комендатуру вызывают. Я с тобой. Я сам. Иди, отдыхай. Давай.
стражила. Еще раз прошу извинить за вторжение, но сами понимаете. Ну, ничего. Мы уже потихоньку начинаем привыкать к ночным визитам контрразведки. Пойдемте, расскажете. Сначала пропадает связист. Потом оказывается, что он у вас. А теперь вообще непонятно где. Разберемся, я думаю. Ну, что скажете? Да что тут скажешь. Убит ударом в спину, под левую лопатку, предположительно, немецким армейским траншейным ножом. Очевидно, сразу в сердце. То есть он был убит профессиональным ударом? Да похоже на то. Вот и интересно, кто там и что там за связисты служат в штабе армии. Надо бы допросить этого второго, как его, капитан Разуваев и солдат охраны. Ну уж вы вовсе на нашей службе невысокого мнения. Допросили уже, обыскали все, ничего существенного. Кстати, протоколы сейчас принесут. Они ничего не сказали. У двух офицеров были свои комнаты на втором этаже, а охрана расположилась на первом. А этот типчик навострился делать из простыни и скатерти веревку и сматываться. Теперь вот из-за него все под трибунал. Обидно, конечно, но справедливо. У вас здесь в комендатуре убирают? Это что, товарищ старший лейтенант? Не знаю. Пёрышко. Пёрышко. Вы как себя чувствуете? Отвечать на вопрос сможете? Да. Как все произошло, помните? Я сидел в кабинете, услышал шум. Вышел в коридор, увидел, что часового нет, схватился за пистолет. Вошел в комнату, и все. Как обухом по голове. Кто ударил вас, конечно, не видели. Нет. Да и так понятно. Лейтенант этот, связист. Кто сюда мог войти, когда часовой у двери стоял? Да вот теперь уже и непонятно, связист это или диверсант. Часового снял, комендант оглушил, ушел себе спокойно. А что у него в личном деле? Комсомолец, доброволец, спортсмен. Чище не бывает. Спортсмен? Чемпион Рязани по шахматам. Шахматист, значит. Ну что, товарищ старший лейтенант, думаете, что на допросе будете отвечать? А то часовой убит, а вы почему-то нет. Может, вы соучастник? Дрожила. Да курите, курите. Григорий Иванович, ну, а ты что по этому поводу скажешь? А что я скажу? Спал в казарме. Казарма-то вот она. Вот если бы этот гад в окно гранатку метнул, вот смеху-то было бы, а? Да, смеху было бы. Слушай, неужели ничего не слышал? Ты же вроде у самого окна спишь. Так а что я мог слышать, Иван Григорьевич? Разве что студер один проехал. И по мостовой копыта цок-цок-цок-цок. Я еще подумал, на продвижение лошадей комендантский час пропуска дают или нет. И у комендатуры не остановились? Нет, не останавливались. Свернули куда-то, а потом я уснул. Куда-то туда. Ну, идем, пройдемся, посмотрим.
Товарищ старший лейтенант, у вас есть хоть какое-то взрослое объяснение, как арестованному удалось сбежать? Товарищ капитан, ну я ведь вам все уже рассказал. Ну вы сами-то себя послушайте. У арестованного в комендатуре оказывается нож, он убивает часового, а комендант, вместо того, чтобы показать сопротивление и открыть огонь на поражение, подставляет голову под удар. Теряет сознание и память. Кто-нибудь поверит в эти сказки? Вот здесь они стояли, две телеги, некоторое время. Видишь, Иван Григорьевич, здесь лошадь облегчалась не на ходу, а стоя на одном месте. Это я вижу. С чего решил, что две? Я ж не глухой, не две пары копыт процокали. А вот прессованное немецкое сено. Может, артиллеристы разжились с немецкого склада? Товарищ капитан, товарищ майор, ну не убивал я, правда. Но вы же меня знаете. Врешь, товарищ старший лейтенант. Я, например, тебя вижу впервые. А вот товарищ капитан меня знает. Эх, товарищ Дуденков, пойдете вы под трибунал в первых рядах, несмотря на все ваши знакомства. Встать. Ремень и удостоверение личности на стол. Ты арестован, лейтенант. И других вариантов у меня для тебя нет. И, скорее всего, не будет. Так, сюда и попал посторонний. Вот как он на территорию охраняемого объекта проник? И почему лейтенант не поднял шум? Не знаю, товарищ майор. Не знаете. А следовало бы знать. Арестовали? Ага. Это правильно. Уж если в следующий раз кто-то полезет в окно, дайте знать. Старший лейтенант. Открывайте, майор Рокотов. Основная версия, Виталий Сергеевич, такова. Решите. Лейтенант, конечно же, начудил. И, попав под арест, испугался трибунала. Избежал. Но у этой версии есть свои слабые места. У этой версии одно слабое место. Она ошибочна. Поясните. Лейтенант не сбежал. Лейтенанта похитили. Он ведь не простой связист, верно? Именно поэтому вы здесь. А раз уж вы ворвались к нам ни свет, ни заря, значит, мы вам для чего-то очень нужны. Давайте, Виталий Сергеевич, выкладывайте все на чистоту. Вот вы как. Сразу быка за рога, Иван Григорьевич. Ладно. Только сначала подписки. И это не просто совсекретно, а особой важности. Это мы проходили. Тут, знаете ли, такое, что не сразу и поверишь. Прошу, прошу, Светлану Петровну, пишите. Я такое-то, такая-то.
Кушай. Чувствуешь, как пахнет? Ну, чё ты кривишься-то? Чё кривишься? Ты же в меня стрелял, а не я в тебя. Еще надо подумать, кому кривиться-то надо. Кушай. Вот ты всю ночь на улице мерз. А лошадей видел? Ну, повозки, телеги. Ты понимаешь меня? Лошадей, говорю, видел? Большие телеги с сеном. А, понимаю. У тебя нет крыши над головой. Знаешь, я такой же, как ты. Я же тебе предлагал в казарму, ты не хочешь. А я бы мог поговорить. Глядишь, разрешат. Ай. А мне вот скоро домой, а у меня тоже, знаешь, никого. Все погибли. Как говорится, ни кола, ни двора. А лошадей, значит, не видел? Миномета, значит. Но это штука неприятная. Когда миномета, знаешь, падать надо или в яму какую-нибудь, или в укрытие. И в крайнем случае на землю ложиться. Но ведь от минометов-то осколки прям по земле и идут. Да. Так а лошадей-то ты видел? Видел, а? Это как моя ласточка. Да. На днях в конюшню пойдем. Ситуация в данный момент напряженная. Есть сведения, и сведения проверенные, что англичане разрабатывают план нападения на наши войска. Разумеется, вместе с американцами и немцами. Какие сведения? Какой план нападения? Мы же союзники. Союзниками мы были, Светлана Петровна, когда шла война, сейчас она закончена. И как видите, какие же мы теперь союзники, если такие планы разрабатываются? Это какая-то ошибка или дезинформация, Виталий Сергеевич? Ну, отчего же. К сожалению, такое вполне возможно. В 39-м они тоже не торопились заключать союз. Скажу вам больше. В 40-м, во время финской войны, англичане с французами собирались бомбить Мурманск и Баку. Немцы тогда с превеликим удовольствием передали нам все планы англо-французского командования после взятия Парижа. Ну, англичане, понятно. Вы сказали, что немцы тоже с ними? Пленные немцы, пленные. Из них на сегодняшний день можно сформировать дивизии 15, а то и 20. Ну, естественно, находящихся в союзных оккупационных зонах. Ну, ладно, это так, предисловие. К нам конкретно относится то, что вся немецкая резидентура сейчас работает на англичан. Ну, я думаю, что и на американцев тоже. Да и польское эмигрантское правительство в Лондоне контролирует местных поляков. Ну, не всех, но значительную часть. Вот это все создает реальную угрозу тылам наших войск. В случае... Ну, понятно, в каком случае. Я не хочу в это верить, но допустим. Какое отношение все это имеет к исчезновению лейтенанта Овсянкина? Светлана Петровна, не зря же здесь под серьезной охраной сидели два офицера связи. Вы сами подумайте, Светлана Петровна. Овсянкин не просто связист. Иван Григорьевич абсолютно прав. Овсянкин — шифровальщик. Теперь понимаете, да? Немцы за все годы войны так наши коды и не взломали. А тут, я полагаю, что это была импровизация местной агентуры. Но она того стоила. Ладно. Глобальными планами пусть занимается наше командование. Наша задача проще — найти лейтенанта Овсянкина. Но это, конечно, если он до сих пор в городе. Хотя,
Я думаю, что, скорее всего, в городе, потому что шуму сделали много. Тут либо напролом, либо отсидеться. Да, ну, все-то вы знаете, Иван Григорьевич. Да, думаю, что он в городе. Но с сегодняшнего утра город весь закрыт для любого транспорта, как на въезд, так и на выезд. Будем прочесывать город, а вас уж я попрошу проявить все свои способности и навыки. НКВД прислали батальон. Но в Энстербурге нет коменданта. А мирное население? Их же нужно кормить и защищать. Пока временно исполнять обязанности коменданта буду я, так сказать, по совместительству. Ну, тогда будьте аккуратней. Как-то судьба у комендантов в этом городе не складывается. Что-то этот Дрёмов Вань нам не договаривает. Ну, это само собой. Работа у него такая. Думаю, про политическую обстановку он нам рассказал только потому, что обратить наше внимание на важность момента. У него это получилось. Поверить не могу, Вань, неужели опять война? И с кем? С союзниками? Не исключено, к сожалению. Иван Григорьевич, Светлана Петровна, смотрите, что мне выдали. Сказали, что без этой бумажки никуда. Собрал, что ли, куда, Григорий Иванович? Так домой? Или едем куда-нибудь? Да нет, домой. Только вот до дома-то 100 метров. 150. А без этого документа никуда. Ну, это серьезно, да. Да. Так что, машину теперь обратно в гараж ставить? Так что ли? К нам поедем. Чай попьем, бутербродами вас угощу. Это правильно. Уговорил. Раз машина есть, нечего зря сапоги стаптывать. А он совсем не разговаривает. На площади ночует. Ну вот к какому его доктору поведешь? Когда он даже от меня, как черт от ладана, шарахается. Я ему про телеги и лошадей говорю. А он мне все время про какие-то минометы рассказывает. Мол, прятаться от них надо под крышу. Григорий Иванович, как это вы поняли, что он вам рассказывает? Вы же говорите, он не говорит. Да что там понимать-то, Светлана Петровна? Он же показывает. Мол, прятаться надо под крышу, а губами пш-пш-пш-пш-пш-пш. Григорий Иванович, это он вам не про минометы и про крышу рассказывает. Да не, может, под обстрел попал, напугался. Я ему про телеги и лошадей, а он не понимает. Все он прекрасно понимает. Это ж он вам показывал, поляков показывал. Дрёмову надо сообщить. Дрёмов у нас парень энергичный. Пусть сам этим занимается. Я ему записку напишу. Ну, налетай. Отдыхаете, арестованный? Зарядку делаю, товарищ майор. Полезно для здоровья. Для вас сейчас в особенности. Ты вот что, давай заканчивай бездельничать тут. У тебя там ворох всяких приказов, накладных, нарядов. Черт ногу сломит. А ты тут сидишь просто. Я бы сказал, не сидишь, а приседаешь. Так вы же меня арестовали, товарищ майор. Сами. Да, сам арестовал. Но ты же понимаешь, что я приехал сюда не тушенку раздавать мирному немецкому населению. Поэтому сейчас тебе сюда поставят письменный рабочий стол, принесут тебе все твои бумаги, и ты будешь отсюда управлять жизнью города. Понял? А что, разве так можно? Нельзя, наверное, но ты будешь. Вопросы? Я же говорю вам, что не к майору Дрёмову. Он занят. Браток, очень тебя прошу, передай ему вот эту записку. Да. Лично в руки.
от Рокотова с Елагиной. У них тренировка перехода на мирное время. Хорошо. Все, спасибо. Да-да. Товарищ майор, разрешите войти? Что такое? Вам записка от майора Рокотова. А не проще ли ему самому до комендатуры дойти, чем записки писать? Не могу знать, товарищ майор. У них тренировка по переходу на мирное время. Так, как старшина сказал. А они с супругой гуляют. Как же здесь у вас здорово. Один под арестом баклуши бьет, другой прогуливается. Рано расслабились, товарищи. Аж завидно. А ведь красивый городок. Да и вообще, места здесь красивые. Все это могло России отойти еще 2 века назад. Елизавета Петровна, императрица, не вовремя умерла. Да уж, красивые места. 2 века назад, Вань. Мы еще с тобой 1/2 года назад даже мечтать не могли, что встретимся, что гулять так будем, что война закончится. Светка! Стой! Светка! Стой, стрелять буду! Светка! Светка! Рокотов, стоять! Почему мы так гуляем в наглую? Ничего не делаем. Нас дело не в проворот. Это почему это в наглую? Я со своей женой не могу в обеденный перерыв прогуляться? Дела подождут. Да не подождут. Вон, смотри. Дремов к нам рысью скачет. Предположения, указанные в вашей записке, подтвердились. Через восточные КПП въехали 2 немецкие армейские телеги с прессованным сеном. 4 польских... солдата и капрал. По документам двигались в сторону Данцига, в 1-ю бригаду войска польского. А вот через западные КПП никакие поляки не выезжали. Да и зачем прессованное сено 1-й танковой армии? Я уже запросил командира бригады, полковника Малютина. Нет у них гужевого транспорта. И за сеном, само собой, они никого не посылали. Надеюсь, не нарушил ваш семейный быт. Наш семейный быт даже Черчилль не нарушит. Вань, городок-то маленький. 2 тележки так просто не спрячешь. Немецкий городок. И 4 поляков тоже не спрячешь. Да. Виталий Сергеевич, а у вас есть связь с западным КПП? Попросите своих бойцов пройтись. Там есть городской парк. Мне кажется, что эти телеги там. А черт его знает, есть ли у меня связь с этим КПП. Должна быть, я полагаю. А почему именно у западного КПП? Если мои соображения подтвердятся, я вам все объясню. Почему вы были уверены, что телеги будут стоять здесь? Светлана Петровна, как вы догадались? Да потому что они хотели, чтобы мы их здесь нашли. Они же въехали сюда через восточный КПП, так? Следовательно, они хотели нам показать, что, похитив лейтенанта, они двинутся на запад, в сторону границ оккупационных зон. Но выехать они бы уже не успели, значит, им нужно было оставить заметный след того, что они ушли. И ушли на запад. Дуденкова нужно отпускать. Комендант он, конечно, аховый. Но к похищению связиста не причастен. Да бог с ним, с Дуденковым вашим. Почему они хотели, чтобы мы нашли телеги именно здесь?
Лейтенант! Товарищ майор, лейтенант Зубко, батальон охраны тыла. Патрулируем лесопарковую территорию. Я вижу, что вы патрулируете. Почему в патруле форму одежды нарушаете? Виноват, товарищ майор. Разрешите продолжить патрулирование? Продолжайте. Есть. Телеги мы обнаружили здесь, в городском парке. Здесь, здесь, здесь. Да и повсюду на выездах из города действуют постоянные посты. То есть уйти из города они не могли? Значит, пятеро плюс лейтенант находятся в одном из этих домов. Домов не так много, десятка-полтора. Если привлечь батальон охраны, да можно за час все до кирпичика разобрать. Виталий Сергеевич, вы, видимо, не расслышали, что сказала Светлана Петровна. Они именно этого от нас и ждут. Моя версия такая. Двое действительно отогнали телеги в парк и вернулись в этот район. И ожидают где-то здесь. А вот остальные ждут в другом месте подмоги, потому что сейчас без дополнительной помощи из города они выйти не смогут. А их не бросят. У них в руках ценный приз в лице лейтенанта Овсянкина. Понимаете? Их командир намеренно жертвует двумя своими людьми. Но какое-то логическое объяснение у него для этого есть. А с остальной командой и лейтенантом прячется совершенно в другом месте. Именно. Я уверен, они разделились в момент, когда захватили Овсянкина. И произошло это... Вот в этом месте, где мы с Федоренко обнаружили конский навоз. В самом центре города? Рядом с комендатурой? Логично. И что они хотят здесь высидеть у нас на виду? Ну, к сожалению, пока это мы у них на виду, а не они у нас. Ну, я думаю, у них не было времени обсуждать дальнейшие шаги. Нет, конечно, они каким-то образом дадут о себе знать своим. А вот спрятаться возле комендатуры возможно вполне. Дескать, у себя под носом искать не будем. А сами же за нами наблюдают. По крайней мере, им так кажется. Так давайте сделаем вид, что мы им поверили. Угу. Пройдусь-ка я с патрулем по западной окраине. Пусть думают, что мы на них клюнули. Открыли бы, товарищ майор. Вот и я так думаю. А если никого нет, то никого и не заденет. Стой! Стой, стрелять буду! Стой! Оружие. Положи, положи. И руки, руки подними. Вот сволочь, ни себе, ни людям. Ну и черт с тобой. Не раненый, товарищ майор. Все в порядке. Что второй? Наповал. Хреново.
Значит так, дом обыскать, а потом мы с тобой поступим вот как.